мы сегодня собираем продукты и будем развозить малообеспеченным семьям. Надо поддерживать нуждающихся. Самым необходимым, я думаю, в этом как раз-таки и будет объединение нации, объединение нашего народа. Призываю всех поддержать этот проект под названием «Вирус добра». Я всем желаю здоровья. Я всем желаю пройти этот сложный период вместе и без потерь. Многое зависит и от нас. Нужно носить маски. Нужно не собираться больше 3 человек, не собираться большими компаниями. Нужно стараться больше находиться отдельно друг от друга. Такое время сейчас наступило для того, чтобы потом снова быть вместе. Сегодня город Алматы передает эстафету «Вирус добра» прекрасному городу Шымкент. Пусть доброе начало найдет продолжение и в вашем городе. Присоединяйтесь к акции «Вирус добра». Вместе! Мы сила!